На национальном телевидении Чувашии продолжается фотопроект «550 кадров». Уникальные фотографии на фоне любимой столицы и письма с удивительными историями людей приходят из разных уголков республики и страны. Проект «550 кадров» возвращает в прошлое и позволяет наглядно сравнить, каким был наш город и какой он сейчас. Крем, бакс, гуталин, давай почистим, гражданин. С кого полтинник, с кого руб. Эта фотография сделана в 70-х годах. На ней изображен мой отец, Сергей Флориан Сергеевич. Он работал обувщиком-чистильщиком. Тогда в городе Чебоксары было, наверное, всего 3. И вот он работал где-то вот в этом районе. Он встречал гостей. У нас очень много было тогда гостей. Приезжали, пароходы очень стояли. Рядом была гостиница «Волга». И вот он там прямо работал рядом. Вот он чистил обувь и подковы забивал. Я помню, они цокали, ходили, даже он мне забивал. Я говорю: пап, не надо, убери, я не могу, они цокают, очень громко тогда было. Да только подошва, говорит, каблук у тебя будет долго носиться. Их было 3, я, правда, 2 вот не помню, как их звали, дядя Петя и там один без руки. Все они были участники войны. Он, конечно, Чебоксары очень любил город. Как это Чебоксары можно не любить? Волгу, он катался постоянно на теплоходе, в Астрахань ездил. Это ему все нравилось. Как же мой отец, я, конечно, очень люблю Чебоксары. И раньше мне здесь нравилось, вот то, что старый, когда тут парк Крупской был. Ну, и сейчас мне очень нравится. Я вообще люблю Чебоксары. Если я куда-то уеду, я не могу, я даже тоскую, мне что-то не хватает. Потому что у нас здесь спокойно, красиво, вот этот залив. А когда вечером у нас встречается, это вообще... Тяжело без Чебоксар, хорошо в Чебоксарах. Чебоксары – лучший город, я здесь живу. И тут будут жить мои внуки, мои дети и все наше поколение, моего отца.